Как кто-то красиво дерево порезал. Сороковка. Одну половину прихватили, а вторую оставили. А у нас сегодня такая замечательная погодка, как будто снова наступила весна. Хотя сегодня 20 декабря, скоро не за горами и Новый год. И я, конечно же, воспользовался таким прекрасным моментом и выехал на очередной коп. Все, что буду находить, буду вам показывать. Это километров 200 от тех мест, где я обычно копаю. И самому интересно, какие здесь будут находки. Так что вперед, ребята. Ну а погодка нам в помощь. Какая красота. Елочки выросли прямо на трухлявом пне. Интересно, как долго они будут так расти. Первая моя находка. Вот так вот на пеньку кто-то бутылку оставил. Мырная водка. Древний Киев. Очищен золотом. Закину ее в дупло. Как раз как мусорка будет там. И название такое еще водки. Древний Киев. Метров, наверное, 400 прошел. Сигналов нету. Ни мусора, ничего. Хочу показать вам дерево, как оно в основании начало расти. Нарость такая. Ну, погодка, конечно, сегодня вообще восхитительная. Не помню, когда вот в декабре, в конце декабря была бы такая погода. Я бы сказал, более похоже на конец апреля. Какой знатный дуб. Вот так рядом стоял и сверху шишка с таким промосвистом около меня упала. Испугался, короче, чуть-чуть. Тут рядом елки. Вон вверху смотрю, елка одна сломалась. Дуб в обхвате примерно 2,5 метра. Еще один гигант, такой чуть поменьше, чем тот, но я думаю примерно того же возраста, лет 250 ему как минимум. И самолеты разлетались. Знаете, как говорят, нелетная погода, а сегодня все с точностью наоборот. Как раз-то очень даже летная погода. У меня, ребята, такой четкий сигнальчик. Четкая 9 выбивает. Я таких сигналов не встречал. Или, во всяком случае, не помню. Сейчас покопаем, посмотрим, что там.
земля мягкая, приятно копать. Выкопал уже. Что это у нас? Походу медная монета. Да и какая здоровая. Ни черта не видно. Опа, поэтому она так и звучала. Такой четкий сигнал. Сейчас почищу, покажу вам. Короче, чуть-чуть оттер. И год монеты 1788. Представляете, какая древняя? Гурт такой красивый. Не, ну таких монет я точно не находил. Вот это я понимаю. Подвезло. Потом почищу лучше и покажу вам полностью, как она выглядит. Сия красота. Императрица. 1788 год. Это Екатерина II. Красота. Вот вам и сигналов не было. А тут бац. И вот такое сие чудо. Красота. Представляете, сколько эта монета пролежала в земле? Почти 300 лет. И неплохо так сохранилась. Красота. Я уже, ребята, от счастья даже прибор выключил. Иду с выключенным прибором. И типа в таком состоянии прибора можно чего-то найти. Офигеть. Вот что значит уехать далеко от дома. У нас таких находок там и поблизости нету. Я уже, короче, ребята, камеры не включал. По кругу тут все уже перешерстил. Вдоль и поперек, как говорится. Вот. Фух. У меня очередная находка. Сейчас я вам покажу, вы просто обалдеете. Я сам в шоке. Еще один пятак. Вот он. Еще один пятак. Я его тут чуть почистил. Правда, плохо, конечно, сразу было невозможно рассмотреть, что это вообще монета. Вот в таком состоянии. Вся черная, непонятная. Я даже ее чуть-чуть зацепил лопатой. Вот. Вот она, медяха. Чуть-чуть почистил, и это оказалось снова Екатерина II. Только уже год 1765. Я просто в шоке. Сейчас попробую сфокусировать, чтобы вы посмотрели нормально. Семерочка вот просматривается. Единичка. 1765 год. Вензель такой красивый. С этой стороны. Вот. Как он выглядит. Орел просматривается. Конечно, лес этот меня сегодня порадовал. Недаром я сюда приехал. Далеко, конечно, было ехать, но это того стоило.
прекрасно. И денек хороший, и находки замечательные. В следующий раз нужно снова сюда подъехать. Вот чую я, что этими монетами в этом лесу не закончится. Сказать то, что лес меня порадовал, это еще ничего не сказать. Я просто в шоке. Да и сохрана монет просто великолепная. После таких находок до сих пор под впечатлением. Смотрите, какая здесь земля. Она вот такая, как наполовину перемешанная с песком. И копается хорошо. А где корней нет, так вообще замечательно. Вот какие монеты. Просто обалденные. Особо чистить сейчас их не буду. Дома почищу. И потом сниму отдельное видео. Даже не думал, что можно найти такие монеты в наших лесах таких. Ну, не совсем наших, но все же. И на вес довольно-таки приличный. Я думаю, грамм 50 она весит одна. Только почему-то одна побольше, вторая поменьше. И даже по толщине они отличаются. Но гурт у них одинаковый. Такой сетчатый у одной и второй. Красота. Ребята, всем спасибо за внимание. Сегодня был удачный коп у меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, что в этом лесу находки нас еще порадуют. До новых встреч. Пока.